Добрый день всем моим подписчикам, а также зрителям моего канала. Сегодня я покажу, как клеить штуцер, вырванный штуцер с оптизорской камеры. Вот видите, у нас вырванный штуцер. Камера вроде бы еще хорошая, нигде ни одной нету закладки, то есть лапику нет. Вот такой мы сделали. Вот смотрим, выточили такой штуцерок. Здесь получается плечо и шайбочка. Здесь отверстие и надеюсь гаечка. Сюда мы сделали переходничок, потому что если взять, сюда вы вытащите раджбу под золотник, естественно, золотник проржавеет, и вы потом не выкрутите его. Естественно, мы такой сделали переходничок. То есть вот сейчас включим переходничок. Все. И здесь получается золотничок. Здесь мы поставим, вставим лапик и все это на своем самодельном вулканизаторе все это впаяем. Вот сейчас мы начинаем это все делать. Зачищаем и вставляем. Самое главное сейчас вставить. Немножко как бы смажем его, чтобы лучше вставлялось. Довольно-таки нелегкая работа. Мы все-таки вставили, видите? Все, вот туда. Следующий этап. Высекаем прокладки.
Так, ну как видели, штуцер мы вставили, поставили не резину снизу наверх, простую резину поставили и все это прожали прессом именно на вулканизатор. Теперь мы ждем, сейчас нагревается, 15 минут ждем и на остывание. Так, ну вот мы паяли наш штуцер. Вот видите, все паяли, сейчас мы накатаем его. Здесь так, просто поставим, потом все равно будем спускать. А потом это все посадим или на герметик, или на фундамент. Ну вот, 2,5 космосферки тут закатали. Вот, видите? Вот. Здесь надо будет только поджать гаечку сильнее, когда будет камера вставляться. То есть гаечка снимается, камера вставляется и зажимается, все это плотно стоит. Вот такой был у нас, видите, вырвало у нас. Вот такой штуцерок. Тут вообще ни пятака, ничего не было. Просто впаяно и все. Ну, мы поставили пятак, теперь, конечно, его уже вряд ли выйдет. Так, могу показать размеры. Может, кому будет интересно. Ну вот пятак у нас был 35. Сейчас штуцер мы точили на 10. Вот на 10 точили мы. Ну здесь высота не столь принципиально. Вот где-то у нас высота была. Ну где-то вот 30 высота у нас была. И потом просто сюда штуцерок вставили и все. Вот у нас получилось восстановить такую камеру. Все, до новых встреч на моем канале.